Итак, в Приоргунском районе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями. Обильные снегопады и сильные ветра привели к тому, что большая часть животноводческих стоянок оказались отрезанными от внешнего мира. Жизнедеятельность объектов животноводства района оказалась под угрозой, возникли сложности с доставкой кормов, воды и топлива. В районе создан оперативный штаб, который координирует действия по недопущению массовой гибели животных. В настоящее время силами и средствами сельхозтоваропроизводителей идет расчистка дорог к животноводческим стоянкам, к стогам сена, то есть тоже нужно расчищать дороги, чтобы его погрузить и доставить на стоянки. Водовозам приходится расчищать дороги. Наблюдаются животные также ветеринарной службой, потому что они уже после такой зимовки, конечно, ослаблены. Где-то мы проводим витаминизацию. Все эти работы требуют большого количества топлива. Руководители сельхозпредприятий надеются, что часть затрат им будет возмещена из регионального бюджета. Режим чрезвычайной ситуации в Приоргунском районе будет действовать и до полной ликвидации снежных заносов и создания беспрепятственного доступа ко всем объектам животноводства.